Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпаут, а мы все-таки продолжаем играть в Сталкер Тень Чернобыля. Что-то у меня вебка опять начала подлагивать, ну ладно, пофиг, не в этом-то и суть. Я, короче, догадался, оказывается, надо было там просто тыркать на слова, что он нам дал выполнить задание и всю прочую чушь. Ну что ж, давайте приступим. Я вчера уже погамал не под запись. Так, 2:45. Вот так. Сейчас будем продолжать играть. У меня там миссия, короче, пробраться там что через радиационную помойку. Кого-то там найти. Ну, такая вот, короче, хрень. Ну что могу сказать? В принципе, игрушка просто отпадная. Она у меня на самом деле даже без лагов летает. Это вот может быть сейчас будут небольшие-то под запись, но ладно. Она очень затянула. Вот умели раньше все-таки люди-то и делать игры, тем более на такие старый ПК, как мой ноутбук. Я очень доволен этой игрой. Наверное, после, если вот пройду Тень Чернобыля, наверное, другого какого-нибудь сталкера скачаю. Тоже будем под запись проходить. Так. Началось. Так, радиация, блин, мой мужик сейчас умрет, пацаны. Прикрой, мужик. Ёпта, у меня не, мужик. У него, понимаете? У него не осталось ничего, даже водки не осталось. Вот просто обычной водки. Ладно, это не то, наверное, сохранение. Давайте зайдем-ка мы вот в это сохранение. Это, наверное, немножко вот попозже. То, что я проходил на пару минут. Думаю, ничего страшного не будет. Давайте в это сохранение зайдем. Потому что у меня там ничего не осталось, у меня ни противогазы, ни всяких там препаратов от радиации. Вот поэтому вот он сейчас и сдох просто всего-напросто. Вот так. Короче. А. Ничего нет, не стреляйте! А, сучка, хуй ты в него стреляешь, на тебе хэдшот. Достаем дробаш. А, твари! Чё на моего друга полезли? Ёлка, у меня жёстко попали-то. Где? Блин, у тебя нормальная штука, у меня хрень какая-то. Так, я тебя убил. Ну-ка. Внимание всем! Говорит без командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Конечно, присоединимся, ты чё? О, пацанишка! Тут всех уже загасил. Так. Отлично. Чё, побежали? Так, ну-ка, аптечку. Примем-ка. Так, всё, теперь дропуем.
А то взять и послать эту зону к такой-то матери. Загнешься тут не за комариный чих. И слово. Так, дорогие друзья, подождите. Моя вебка жутко закрывает вот эту вот карту. Запись я немножко сейчас прекращу, окей. Я вот игру перезапустил. Сейчас захожу на сохранение, которое сохранил буквально пару секунд назад. Вебку я в другую сторону перенаправил. Игра просто не разрешает. Потому что у нас там важная карта, на которую надо все время пялиться и так далее. Надеюсь, вот сейчас у пацанов, к которым я пришел, там есть. А огнетушители, еще всякая хрень, потому что... Тьфу, какие нахрен огнетушители? Этим... Маски там всякие, фигаски, препараты. Потому что без них никак. Так, ну чё, родной? Так, продолжай. Хорошо, я помогу. Так, надо, короче, сейчас... бандюков отряд отбить. Так, ну чё? Так, пистак у меня тухлый, да? Так, как там козлятушки, ребятушки? В каком месте они идут? Ага, вон он! Сдохни! Сдохни! Их там несколько еще. Внимание, чужой! Да-да-да, чужой, так. Так, сейчас, короче, загасим падал. Так, я попал, это... Так, минус один, минус второй, вообще хорошая убойная штука. Вообще, что ли, охренел так, иначе-то? Так, перезарядочка пошла. Ты где, падла? Выходи! Выходи, подлый трус! Я же сейчас обойду. А, он... Да ты куда опять ушел? Задолбал прятаться. Вот тебе, прям в твою ногу. Нихуя себе, ты материшься. Так, гранатка. Что-нибудь еще есть? Пацаны, патрон закончились. Дайте плес. Так, у тебя что? Так, дробаш. Отлично. Кто меня хреначит? А, ты... Ну твои проблемы, молодчик. Так, тебе чё? Дайте, о. Так, шикарненько, патроны еще. Ну чё, падла? Кто ты, где? Где ты, падла? Ага. Так, чё, вышел, сучара? Где ты? Знаете, где твою дивизию ты хуй? Блять. А, ты сзади, сука, встал. Чё, айкыш? Ты где? Куль ты прячешься? Выходи! Чё, больно, да? Вот и все, и нет тебе. Молодцы, мужики, мы их одолели. Конечно, одолели, куда ж а мы делись? Сталкер, подойди сюда, поболтаем. Поболтаем. Даже этого. Я этого смотрел, не успел. Блин, ноль патронов, охренеть. Все истратил. Дружище, нет.
Оба-на, водка. Водка, это хорошо. Че, я к тебе подошел? Давай болтать. Меня зовут Бес, я пришел сюда 3 года назад, как и многие здесь беглец. На мне висит 2 убийства и тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе. Его по кускам в реанимации собирали. Пришлось нанести визит вежливости. Когда меня пришли задерживать менты, пришлось пристрелить одного из них и выпрыгнуть из 3-го этажа. С тех пор я обретаю здесь, и счет свой и набор статей увеличил прилично. Здесь по мере сил борюсь с беспределом, как и на большой земле. Тренирую, организовываю молодняк, учу их здесь выживать. Так, долг борется против зоны. Так, а... Дружище, ты не продаешь, что ли? Ух, теперь как назло нам надо перейти туда-то как раз. Так, это что? Можно? Радиационный вес на состояние снижает воздействие радиации на организм. Штука-то хорошая. Ну, как вы хотите, чтоб я туда-то пошел без противогазы и всякой хрень? У тебя что есть хотя бы? Одиночка. Так, ага. О, 2 гранаты. Там наши пацаны орут. Так, вот тут вот дохрена радиации. Опять же, нам надо как-то туда пробраться и еще к тому же не сдохнуть. Давайте уже тогда бутылочку водки махнем. А теперь побежали. Так, у меня этот есть патрон. Давай, не набирайся. Радиация просто... Все, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь. Врёт. Выручайте, беспредел творится. Бандиты охренели. Блин, да есть кто-нибудь рядом? Нам тут чертей приходит. Так, что ты скажешь о своем состоянии? Радиация, да? Так, уровень радиации снизил. Йо. Чё за хрень? Дайте. Так, надеюсь, успеем. Браток, помоги отбиться от уродов. Я ж помогу. Выручайте! Кто-нибудь! Держи аптечку, пацан. Так, уроды, вы где? У меня сейчас скоро уровень радиации расти будет. Тебе хана, вылазь, падла! Тебе недолго осталось, вылезай, козлина! А,
Давай. Блин. Подлазить стал. На тебе яйцо, я тебе попал в яйцо. Ты сдохнешь. С дороги! Так важно, честь я выполнил. Уроем! Дай ему прикурить, я обойду! Прижми его! Держи от меня! Вот там он, падла. Твою мать! Ща мы вам рапы не наделали! Попали, попали, суки! Твою мать! Есть! Скопытил! Так, ну-ка. Фак. Граната нужна. Какой нахрен болт? Давайте восьмерку. Граната... На, получай! Ну, гранату взять. На, получай! Ладно. Чё-то я пока не научился гранату брать. Скоро, наверное, научусь. Ну, покажись давай! Вылезай, не прячься! Умри, как мужик! Кушай, скотина! Так, ага, патроны! Патроны бери! Скорей! Твою... Молодцы, мужики! Мы их одолели! Всем отдыхать! А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем! Опять? Так чё у меня с радиацией? Хренец, пока все норма у нас. Так, на эту штуку патрончики появились. Ничего, давай поболтаем. Ты ж меня звал. Спасибо, что помог. Было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Получить информацию о стрелке. Это встреча. Отлично, деньги мне. Ага, я теперь типа вон туда иду, да? Блин, все дальше и дальше от своей этой родины. Я ухожу. Я вообще вот думаю, вернусь ли я к тому мужику или не вернусь. Я когда миссия закончится, пойду к нему. Обратно на родину. Вот этот вот батька, который меня все хрен выпустит. Не выпускал меня все. Так, тут где-то эти шакалы хреново, собаки. Надо пусть так достать. У-у-у! Здорово, пацаны! Я не с вашего района. Мне кто-нибудь поможет на подножку? А не вон там каким-нибудь снарядом. Хуять. На те! И ты тоже! А, гораздо хорошо. Еще 4 патрона? Серьезно? А, гораздо. Была не была. Ёп. А ты что тут делаешь? То есть,
делаете? Молочки. Так, не те уже. Так, собачки, помогите. Я слышу собачек. Что-то они мне не помогают ни хрена. Так, ну... Так, отлично, попал. Ну, позволь убить мне тебя. Так, аптечка, аптечка, аптечка. Шикарно. Пацан, пацан, пацан. Дайте мне у этого трубаки пары. Кого-то там хуй херачит, забрал. О! Вот это по-нашему. Ну что? Как говорит русский народ. Вам всем пиздец! Где ты? Ага, он видел, видел. Или не видел? Ага, видел. Ебать, ты у меня вынес. Что-то столько жизни, кто у меня вынес. Еще что ли аптечку жрать? Ага, вижу. Так, у тебя что-то полезное есть? Потом, короче, вот всю оружие, которую я собрал, продам там торговцу. Все будет все заебись. А, стоп, я типа, наверное, домой пошел или нет? Что это за переход? Я пройду. Блять! Сука! Ты что тут делаешь? Блять. Ну, подорвали, пацаны. Блять. Аптечка, аптечка. Сучё, ты откуда? Блять, сука. Мне там через эту хуйню с радиацией проходить надо, а ты тут, блядь, мешаешь. А. Заебись. А, суки! Чё? Я тут сук-то хоть нашел, а? Это ты, сука. Блять, я опять хуячит откуда-то. Блять, это вот хоть посмотреть. Хуйня такая страшная еще, ебать. Какой-то красный фон сначала, потом вообще полный заебысь случился. Так, думаю, пройду. Только
столько радиационных хрени. А, фак. Как вот выходить, чтобы я туда-то прошел? Бля, там же тебе обходной путь вроде был, сука. Пипец. Блять, я ж, по-моему, еще не сохранился. Заебца. Опять там в этом. Участвовать в хуетине какой-то. Вот, ну да, конечно. Блять. Вот почему я забываю сохраниться, сука. Ничего, будет весело. Идут! Они идут! Ша! Кипиш пошел! Только хуйни заново теперь пройти -то надо, ёпта. Блядь. Давай, давай, ты у меня... Где сталкер? Ты сталкер. Заебись. Я тебя убил. Ебальничком-то об танк охуенно, да? Начав бош! Молодцы, мужики! Мы их одолели! Всем отдыхать! А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем! Вот это поболтаем! Бля, у меня же аптечки больше было, сука. Это плохо. Так мы с тобой поболтаем, но я ж помню про тайничок. В этот раз что-то... Нет у тебя там гранат. Ты мне ответь, какого хрена у тебя гранат нет? Так, сейф.
Сейвкнулись. Ну что, дорогие друзья, мы уже больно долго участвовали в этих перестрелках. В следующей серии и у меня уже будет другая миссия. А вот сейчас вот завершу те миссии, которые я... Ту миссию, которую я не сохранился. Просто непривычно мне сохраняться за каждой миссией уже. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тотемпаут. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.